стрелка за путем. Белая стрелка за любви, стрелка залети. Ось ці окуляри – справжній талісман. Так стверджує їхній власник, екс-соліст гурту Quest Pistols. А тепер сольний співак Микита Горюк. Ці окуляри можуть стати вашими, отже. Вони – один із лотів благодійного аукціону «Інтердітям». Тож заходьте на сайт «Діти.Інтер.UA». Окрім цього стильного аксесуару, Микита запропонував глядачам ще один унікальний лот. Я устав, хочу любви. Ну кто не помнит этих парней? Несколько лет назад группа Quest Pistols взрывала концертные залы. Их хиты звучали по всем радиостанциям. Позже музыканты сменили стиль и создали новый проект — «Огонь». Опа-опа, тише-тише, я уйду, ты меня услышишь. Легкие тексты, драйвовые танцы — они подражали западным трендам, потому и были успешны, вспоминает Никита Горюк. Полгода назад он ушел из коллектива и сейчас занимается сольным проектом. Теперь он зверобой. В зале стало больше места. Не знаю, на сцене стало больше места. Накопилось за 10 лет материала, который хотелось бы показать людям. И, соответственно, накопились какие-то события, и результаты этих событий сказываются в песнях. И хочется поделиться с этими песнями с людьми. Мы застали певца на репетиции. Зверобой и его балет готовятся к сольному концерту. В зале Никита пропадает часами. Я не буду спекулировать танцами, так как уже этим, я считаю, невозможно спекулировать. Сейчас танцует почти каждый второй. А я же хочу привнести, наоборот, немного театрализированности, наверное, в эти танцы, в постановки. Научить своим фирменным танцевальным движением Никита обещает человека, который выкупит его лот на сайте Дети.Интер.UA. Мастер-класс по танцам. Во-первых, это незабываемое впечатление от общения со мной. Возможно, это даже перерастет в некий обед или ужин потом, если все хорошо получится. Но научить, как бы, начну с базы, конечно же. Всегда надо человека раскачать, как бы. Как раскачать человека, Никита показал на мне. Так, пора заканчивать. Такими темпами к ребятам в балет попаду. Пожалуйста, выкупите его лот. Он точно научит вас танцевать. Если меня он хоть немного смог, то вас точно. Тож не зволікайте, долучайтеся до благодійного аукціону «Інтердітям», заходьте на сайт «Діти.Інтер.UA» і обирайте свій лот.